А семьям, в которых родился второй или третий ребенок, помогут взять ипотеку. Правительство России утвердило правила субсидирования процентной ставки по жилищным кредитам для этой категории. Такая форма поддержки будет действовать 5 лет, начиная с января этого года и по конец 2022. Семьи, в которых в этот период времени появится второй или последующие дети, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки до уровня 6% годовых. Принятое решение позволит выдать гражданам до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.